Впервые в России, в городе Казани, в старейшем вузе страны Казанском федеральном университете, проходит Всемирная олимпиада среди школьников по программированию IOI-2016. Участниками олимпиады стали более 300 ребят из 82 стран мира. Медалями разного достоинства награждается половина участников IOI, но лишь 8% из них – золотыми. Меня зовут Санжар, мы в группе «Золушек». Впечатления в целом положительные, но мы вчера приехали поздно и толком не смогли увидеть город. Все, что мы видели, это только деревня Универсиады, и она нам очень нравится. Да, слышал, знаком с многими ребятами, которые учатся в лицее при КФУ. Наша команда в этом году на IOI цели довольно-таки высокие. Наша первая цель – это 7 взять медали, 7-4 участникам. А в идеале было бы хорошо, если бы хотя бы у кого-то была бы золотая медаль. Хотим сказать спасибо нашему центру Дарын. Нашему лицею, Казахстанскому лицею за подготовку и нашим родителям. Казанский федеральный университет – старейший университет в России. В этом году исполняется 212 лет. IT-направление представлено здесь наиболее широко, начиная с IT-лицея, продолжая в качестве бакалавриата и магистратуры, аспирантуры, а также различными курсами по программированию и заканчивая университетом третьего возраста для наиболее возрастной категории обучающихся. Казанский федеральный университет благодарит участников олимпиады за участие в состязаниях и ждет в своих стенах в качестве студентов в любом возрасте. Добро пожаловать в Казанский федеральный университет!